девчонки какие молодые. Молодые и продвинутые. Именно такие ежеминутно обрабатывают сотни обращений, поступающие сюда, в муниципальный центр управления регионом. Сегодня здесь старосты деревень. Им демонстрируют процесс обработки обращений. Они смотрят, удивляются, записывают. Центр управления регионом в Солнечногорске позволяет не только мгновенно доставить обращение жителя до исполнителя, рассказывает руководитель, но и провести анализ ситуации и предотвратить появление жалоб в дальнейшем. И к встречам в ЦУРе присоединяется глава округа. Дружеские рукопожатия с активистами и далее подробный рассказ о работе центра. Причем на конкретных примерах. Вот на карте топ-10 проблем на сегодня. Уборка снега на первом месте. Это решается, отмечать глава, в течение 6 часов. Все, что на экране, в мобильном приложении, что называется онлайн, глава демонстрирует. Что вот мне, допустим, они присылают с утра. Я с утра уже вижу, какие проблемы. Показывает отчеты центра и как отслеживается проблема. Потом еще примеры конкретно по тем поселениям, откуда приехали старосты. Звучат вопросы. А вот если у меня проблема, которая уже 15 лет, я сюда не могу добраться? Можете, а что у вас? Да с газом у нас беда. На газопроводе выстроили дома на высоком давлении. Отработаем персонально, говорит глава, и здесь же дает поручение разобраться. В центр управления попадают любые обращения и проблемы, продолжает глава. Благодаря запуску МЦУР на территории Солнечногорья отработка обращений граждан сократилась до нескольких часов. Центр был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Все увиденное, конечно, старост впечатлило. Мне очень понравилось здесь, но поскольку мы люди такие пожилые, для меня это вообще раскрытые глаза, можно сказать. Очень удобно, мне очень понравилась эта система. Единственное, что, наверное, половина из того, что пишут жалобы, не актуальны, просто так. Лишь бы написать. Надо, конечно, чтобы люди более объемные подходили к этому делу более серьезно. Действительно, вот снег, мусор, все это такое, но там же пишут все, вплоть до кошек. Бог знает что. А так вообще-то здорово. Действительно понимаю, что теперь можно писать все вот эти вот вопросы, и что все это действительно отрабатывается. Даже сейчас вот при личной встрече какие-то вопросы уже сразу и решились. Все, конечно, новое, все двигается. Все идет, ну, прямо скажем, действительно, в лучшую сторону. Напомним, муниципальный центр управления регионом в городском округе начал работать в полную мощность в сентябре 2019 года. Благодаря его работе количество повторных обращений снизилось на 80%. Оксана Зенкина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.